Всем привет, друзья! С вами Малдер, и мы продолжаем играть в Дюка Нюкема, а точнее в дополнение к Дюка Нюкему Форева. Погнали! Ну что тут у нас? Роботы стоят, проверяют на голос. Проверка голосового модуля, говорите. У меня стальные яйца. Отрицательно, повторите. У меня стальные яйца. Отрицательно. Повторяйте за мной. У меня яйца, 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 яйца из стали. У меня яйца, яйца, яйца из стали. Проверка. Проходите. Полагаю, сейчас я под прикрытием. Вы не величайший герой в истории. Вы величайшая часть величайшего героя в мире. Скоро у вас будет возможность доказать это, говорит доктор Протон. Доктор Гандон, блин. И чё, куда идти-то? Сюда, что ли? Скоро мы вознесемся к звездам и победим инопланетное вторжение. Назад, или вы будете уничтожены. Так, тут какая-то пропаганда идет, как я понимаю. А нам куда надо-то? Сюда, может быть? Тут несколько проходов есть. Открыть. Назад, или будете уничтожены. Вон сколько нас много. Всегда ставь на Дюка. А, по-немецки они пиздят даже, смотри. Говорят не по-русски. Что-то тут про лунную базу. Так, про лунную базу. Это что такое? Схватить. Положить. Подожди, что-то надо тут зарядить, наверное. Вот. Проектор, правильно. Поместить катушку. Выполняйте. Опа, кино сейчас будет. Хорошее. Судя по началу. Смотри, всех дюков, блядь, приманили. Так. Это у нас какая-то домработница. Неплохо. Ох, ёптую. Неплохо. Хороший фильм. Сиськи даже были не прикрыты. Замечательный фильм. А так-то, что делать-то? Ну, я их отвлек, типа того, да? Что происходит, девчонки? Там все горит. И хуй с ним. Наплевать. Жопа так жопа. Они что-то говорят. А что они говорят-то? Собака пришла? Собака. Осел, блядь. С огнетушителями, блядь. Погоди. Типа все, потухло. Осел это типа Дюк Нюкем, я понял. Браво. А, ослик, все. Что ты делаешь сегодня вечером? Все, ушел. Бляха, вот это прикольно. Все, что ли, типа того? Че вы тут уехаете-то? Кино уже кончилось. Так, этот немец. Этот кто у нас? Этот француз. Ты итальяшка. Испанец и американец. Ну, это все по новой пошло, я понял. Ладно, мы их отвлекли, короче говоря. Пускай они смотрят тут кино. А мы тем временем куда-нибудь пойдем. Пройдите камеру испытаний на втором этаже. Я бегать не могу. Пройдите в центр обучения для образования. А где он, блядь, центр обучения-то? Здесь, что ли? О, тренажерный зал. Бросить. Погоди, надо, кстати, это самое. Надо нам бросить в корзинку-то. Гол! Максимальный уровень эго увеличен, отлично. А если я сюда брошу? Все, уже второй раз не прокатывает. Тест. Что-то тут. Рейди. Ну, погнали. Ты кто? Какой у нас? Вырождены из стали и огня. Но вы что-то воплоти. Это что ли? Да, это тренировка, смотри-ка. Так, ну-ка. Ох, максимальный уровень эго увеличен.
Приди и получи, если хочешь. Использовать. Что-то надо нажимать? Так, пробел. Нажимаем. Блять, нажимаем, сука. Есть. Ничего себе. Какой-то молодой Дюк Нюкем, между прочим. Тут что-то еще есть, что это такое? Water. Вода. Вода. А, зеркало. Что это? Подтягиваться. Восхититься. И кого мы видим? Восхититься, че? Все, смотри-ка, мы тут эго просто до небес. У нас взлетело. Ну, кстати, тут удар по груше очень достаточно так неплохо сделан, я бы сказал, даже реалистично. Значится, куда же нам идти? Здесь чего? Ага, ну нам сказали на второй этаж. Ну пойдем на второй этаж, что-то делать-то. Куда-то сюда. Вот, тест. Что-то сюда, наверное. Итак, что мы тут видим? Up, поторопись, жирная грудой. А куда торопиться-то? Может, нам сюда? Приветствую, пройдите на боевую арену. Учтите, что в этой зоне несколько участников, но только один пройдет. Удачи, и пусть победит сильнейший. А как драться? Чем? Пистолет-то дадут хоть какой? Пожалуйста, возьмите оружие перед вами. Можете начинать, когда будете готовы. Возьми, блядь, пистолет-то. Хуила. Что ты делаешь? Я вот попадаю по нему, интересно? Да не, попадаю, точно. Все, готов. Урок первый. Не шути с настоящим дюком. Пожалуйста, верните оружие на центральной стойке. Ой. Пожалуйста. Готов, нахуй. О-о-о. Урок второй. Не шути с настоящим дюком. Пожалуйста, верните ваше оружие в центральную стойку для продолжения. Так, о, да, тут кто больше водки выпьет? Блядский рот, нахуй. Бери, скорей. Тихо. На, нахуй. Урок третий. Помни урок первый и второй. Угу, вернули мы уменьшитель. Пройдите в следующую область. Не приветствую, пройдите в боевую, на боевую арену. Уничтожение инопланетной угрозы – важная задача для члена армии роботов доктора Протона. Готовьтесь защищать свою жизнь. При неудачной попытке возможны потери конечностей, потери зрения и достоинства. Прошу, старайтесь изо всех сил. Оружие-то мне дадут? Дадут. Пожалуйста, возьмите оружие перед вами. Можете начинать, когда будете готовы. Да выпустите меня отсюда. Готов. Можно побыстрее как-то все вот это вот делать? Ах, ты не сдох. Надо было тебя казнить. Надо было тебя казнить, скотину. Ну я же его грохнул. И этого грохнул, отлично. О, этот побольше будет. Похоже, удачка повернулась к тебе жопкой. Удачка повернулась жопкой. Как мило, блядь. Какое достижение дали, блядь, даже. Так. Она... Кстати, подлагивает, блядь, как и Форелла.
Когда сохраняется, идет сохранение. Пройдите в следующую область. Сюда, что ли? Следующую-то область. Я приветствую, пройдите на боевую арену. Ну, поздравляю, это последнее испытание. Важно, чтобы последнее испытание было самым сложным. Поэтому это испытание пройдет против инопланетной угрозы. Блять, не люблю я вот эти вот штуки. Пожалуйста, возьмите оружие перед вами. Можете начинать, когда будете готовы. Давай. Что это за херня? Что это такое? Это, блядь, что-то новое, что ли? Ёбаный рот. Так, у меня эго кончается. Уйдите, суки. Где оно? Что это такое, блядь? Уйди, сука! Слушай, оно убивает, блядь. Я не знаю, как это работает, блядь, но оно убивает. И у меня причем... И круче меня нет. Да что за херня, я попал. Не дураки, ни хера ведь тоже. На, мразь. Стрелял по одному, попал по другому. Да сука, уйди, тварь инопланетная. Да черт на твою мать. Да что ж такое? Во, попал, очень импотент. Импотентом кого-то там назвал, не знаю. Так, есть. Дюк, это ты? К черту все, пора прикрыть эту шарагу. Предупреждение, замечена аномалия. Блять, какое дурацкое оружие, нахуй. Какое дурацкое оружие. Так, все, есть. А что нам делать-то? Что-то надо сделать? А, сюда, наверное. Или нет? Ну-ка, где у нас очки? Во, тут целый тоннель, бляха-муха. Тоннель. Это куда нам идти-то? Так. Ха-ха, тут порнуху они до сих пор смотрят, блядь. Это то же самое. А вот эта херня-то не убивается, что ли? Хотя мне куда там пройти-то? Там пройти-то некуда. Так. Хотя подожди, наверное, сюда нам и надо. Правильно? Нам же надо просто... блядь. Дюкинюками, блядь, меня пиздят. Уйдите, гады, блядь. Что же вы делаете? Я ж свой в доску, блядь. Открыть могу? Не могу. Эй. Дюкинюк ему, блядь. Ебаш он, блядь. Да уйди ты, сука. Так, все, сдох. Блядь, ни хера не дураки ведь, смотри-ка. Уворачивается, блядь, какое ты дурацкое оружие все-таки, а. Сохранение контрольной точки. Ой, ничего себе, блядь, ты выдал, на. А пистолет мне можно обычный вот взять, блядь? Я как-то больше привык к нему, блядь, чем к этому говенному оружию инопланетному. Так. Блядь, что-то не убивается нихе. Это... Полет в воздухе, отлично. Еще один вон в воздухе летает. Пульки. Ой, блядь, с дробовиком, паскуда. Ай-яй-яй-яй. Сдох. Дробовик возьмем, отлично. Наконец-то какой-то экшончик начался, а то что-то как-то, блядь, скучновато. Игрулька начиналась. Сейчас вроде бы получше. Нюкимат. Так. Есть. Есть контакт. Где роботы? На нахуй. Перезарядка. Пошел отсюда. Что здесь такое? Нет, это... Сисури-то. Бляха-муха. О!
Нет, твою мать. Сейчас, спокойно, мы сейчас вот тут подловим. Где он? Бляха-муха. Вот он меня подловил, между прочим. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Перезаряди. Все, норм. Восстановилось. Здоровится. А где-то еще один, что ли? Да нет, вроде. Закрыто. Ах, нихера себе, блядь. Придется найти другой путь отсюда. Придется найти другой путь отсюда. А вот мы нашли его. Другой путь найден. Так. Все, тип уровень про... Мясорубка. Как и психолуч, увеличитель лучше работает против крупных противников. Психолуч. Психолуч, погнали. Так, что такое, где это я? В какой-то заднице я нахожусь. Что это такое? А, я маленький стал. Я стал очень-очень маленьким. Как бы меня не раздавили. Дьюк, что ты делаешь? Что ты делаешь? Они были совершенны, черт бы вас побрал. Идеально, и они уничтожены. Ты думаешь, что сможешь отразить угрозу пришельцев сам, Дьюк? Ты? Ты так думаешь? Я говорю это тебе так или иначе. Ты никогда не получишь шанс. Я покончу с тобой, Дьюк Ньюкем. Я покончу с тобой. Зона 51, Дэй... Да, кстати, мы находимся в зоне 51. Я прочитал перед тем, как... начинать играть. Записывать, точнее, эту серию. Как понимаю, сюда нам надо, да? Я ничего не вижу. А вот я что-то вижу. И хули я вижу. Ага, там пол-то есть, между прочим. Пол-то есть, мы каким-то хером попали под уменьшитель. А как так-то получилось? Так, что тут такое? Нам надо куда-то пройти, вот. Есть тут проходик. Блять, крыса нахуй. Суки, уйдите нахуй. О-о-о-о! Уйдите, твари. Умри, крыса. Умри, крыса. Это, блять, голосок нахуй. Умри, крыса. Все, что ли? Вон там ножка крысиная, косточка. Умри, крыса. Ну чё, погнали дальше. Умри. Тут видно, что ли, че? Вообще ничего не видать. Так, ну тут, наверное, видно, да. Как плохо быть маленьким. Кстати, вон что тут, это игрушки? Да, это игрушки Дюка Ньюкема. А что с ними делать? Нет, у меня, кстати, кончается дробовик. Надо бы где-то патронов найти. Но где? Я так понимаю, сюда надо идти, да? А, там выключатель. А дальше? Крутануть. Кресло надо повернуть. А, оно, я на нем подпрыгиваю. Нажимай. Там что-то происходит. Там, кстати, еще какая-то... Какой-то рычаг. Или это надо все быстро сделать? Бляха-муха, я не успел. Эй, ты чё не прыгаешь-то? А, может, мне туда надо успеть? А зачем? Для чего? Меня там убьют, наверное, или нет? Activate Containment. Так, подожди, а если я стул еще крутану разок?
Вот так, допустим. Нет, все сюда. Эй, стой, блядь, закрылась, твою мать. Погоди-ка, погоди-ка, что-то тут должно произойти. Может, мне туда успеть надо? Не понял. Что-то связано со вторым выключателем, это понятно. А чего? Ну-ка, крутанем кресло. Нет, он нас тут всегда сюда направляет. Я перепрыгнуть-то не могу. Вот в чем прикол-то. Я сюда не допрыгну ни за что на свете. Так. Там пушки, кстати, лежат. Все понял. Все понял. Стекло мы грохнули. Сейчас, секунду. Так. Отличненько. Пузырь. О, блин, это хер догадаешься еще. Что такое мы тут сделали? Что-то сканирует? Надо клешню у него приложить, нет? Что вот я сейчас сделал? А, рука-то у него отсоединена. Отсоединена. Дай карлак. Убери бутылку. Так, рука у нас что? Хоп! Просканировалось, хорошо. Ну, очень удобно. Надо было бутылку разбить. И тем самым она опустится. Комнатку открыли. Дейкар. Какие-то ракеты лежат, бляха-муха. Какая-то игровая комната. Для кого тут игры-то? В зоне 51. Тачка. Я могу, наверное, на нее сесть, да? Не. Я помню, мы катались в Duke Nukem Forever на какой-то машинке. Нет, мячик не работает. Ракеты? Что? Что за ужасная музыка играет? А, во-во, баги, блядь, стоит. Стоять, надо как до нее долезть. Сюда? Нет, я не могу сюда залезть-то. И сюда не могу. Может, как-то подкатить тачку? Она катается? Слушай, она катается. Давай, бляха-муха. Сука, не туда повернул. Так, допустим, вот так мы будем действовать. Хоп, есть. Ай-яй-яй-яй-яй. Что это такое? Куда ты упал-то, бляха-муха? Не видно ни хера просто. Вон там что-то... Разрушитель. Ебучий рот. Это же разрушитель, твою мать. Так, а если мы сюда сейчас перепрыгнем? А я не могу сюда перепрыгнуть. А почему? Подожди, давай посмотрим. Вон, там есть еще один заход. Меня чем-то испачкало. Так. Так.
линейка. Ебаный рот. И вот мы у машинки. Залезай. Я люблю, когда мы едем быстро. Что? Так, правая кнопка мыши. Ой. Да ладно, хорош, ты чё? Ну, ты... Не понял. Управлять. Стой, а кто там нарисован на бочине? Погоди, погоди, хочу посмотреть. А, это близняшечки. Это красавицы-близняшечки. Которых, к сожалению, замочили, блин, в этой самой... В Duke Nukem Forever. Подожди, что я делаю-то? А как мне разогнаться-то? Это не та кнопка. Ну-ка. А. Есть! Так, по какому-то говнецу сейчас поедем. Контрольная точка. Оп. Вон хоть фары есть. Ну, поехали покупать обувь. Хорошо. Ай-яй-яй-яй-яй. Мы будем делиться всем, даже мальчиками. Так, это что, трамплин? Эх, нихера себе. Стоять, 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 стоять. Тихо. Тут мои навыки вождения пригодятся. Идеальные, блядь. Мои идеальные навыки вождения пригодятся. Стоять! Это куда нам теперь-то надо? Мы лучше друзья. Заткнись нахрен. Так, какая-то хрень. Уааа, меня скинули, ёб твою мать. А, нормально. Подождем маленько. Близняшечек было жалко, между прочим. У меня были на них планы. О, я люблю, когда мы едем быстро. Я что-то не понял, я по кругу, что ли, проехал? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Погоди, погоди. Сука! Хорош, ты чё, блядь, давай поехали! Вот это что такое? Ой-ой-ой-ой. Твою мать, я на начало приехал, а почему? Ну смотрите, он даже рулит там он. Баранку крутит. Так. Стой, я что-то не пойму. Я с другой стороны, что ли, появился или как? Или я тут все правильно ехал? Ну-ка, фары. Ну, по идее, все правильно я тут ехал. А, все, 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 погоди-ка. Да ебаный рот. Нам надо вот туда сейчас. Мы вон по той ехали, а сейчас по этой поедем. Все, 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 все понятно. Все понятно и предельно очень просто. Так. На максимальной скорости практически проходим все повороты. Опа. Так, 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 так. Бляха-муха. О, пошли домой красить друг друга ногти. Блин, о, смотри-ка, долетел. Не знаю, как это получилось.
Не случайно. Нет. Не случайно. Куда идти, ехать-то? Так, я понял. Погоди. Надо разогнаться. О, твою мать. Отлично. Когда нас побольше-то сделают? Тут что? Тут решетка. Я могу стать чем угодно. Ученым, инженером. Еще больше хочу пойти по магазинам. Так, стоять. Это что такое? Типа все, что ли? Или мне надо вот туда вниз? Тут трамплин, между прочим, на это и указывает. Ручник. Типа утопло, да? Ага, все, смотри-ка, прошли. Доктор внутри. Позвольте пришельцам и слугам зоны 51 биться друг с другом, чтобы сохранить патроны. Что значит позвольте, блин? Как я им позволю-то, блин? Позволяю, господа хорошие. Так, у меня, между прочим, воздух кончается здесь, как я понимаю. Надо побыстрее. Это что, тампон, блядь? Ёб твою мать. А! Да, сука. Ну да, из толчка вылез, отлично. Holy shit! Holy shit! Tiny! Bet you never heard that before. What the fuck are you doing here? Что ты здесь делаешь? One of them super soldier DNA programs, but it turns out some fucking cock goblin hijacked the base during the invasion. Now I gotta go deal with this motherfucker. With you here, buddy, this ought to be a piece of cake. Like old fucking times, bro. Woo! Да, негры, я помню. Чё-то он там попиздил, и всё. So what happened at the dam? Что произошло? Jesus, Duke, all I did was pass out from a little blood leaking out of my Ты стал таким маленьким. You just left me. О! Что с переводом-то, блин? Сломался перевод у нас. В общем, он тоже стал маленьким. Ага. А вот, наверное, увеличил. Да? Ну-ка. Ну, наконец-то. Иди, заходи, придурок. А, она сломалась. Так, она сломалась, да? Что делать? Надо как-то еще не... А если я на нее наступлю? А, схватить, бросить. Подождите, как? Куда ты его надо... Вон, метнуть туда он, нахуй. Это прикольно. Давай, открывай ворота-то. Его бы не захерачили. По-моему, этот негр был как раз в оригинале. Это что? Кромсатель, подожди. Куда, блядь? Дай-ка мне эти штуки-то. Его надо еще брать? Нет, он здесь, походу, остается. Не видно ни пизды, опять же. А, есть тут проход. Блин, перевод сломался. Твою мать, а. О, РПГ. Сейчас, подождите, кого-то... Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что это за херня? Бляха-муха. Сколько? У меня патроны-то есть, кстати, от этой херни. Бляха, ёб твою идти. Что надо сделать-то? Стой. Тут что-то какой-то пульт есть. Нет. Ай-яй-яй-яй-яй. Давай, эго, восстанавливайся.
А это что такое? А, патроны. Меня замочили, твою мать. Как быстро, а? Ты посмотри. Ничего себе. Как-то их надо... Какую-то тактику применить. А, наверное... Сколько тут? Четыре этих хреновины? Со временем будет... Блять. Будет включаться одна из них. Патроны, патроны. Да хорош, я даже их не вижу, блин. Они взрываются прям прицельно, суки. Ах, прям по харе получил. Так, пульки, 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 надо подобрать. Где, где, где? Ничего тут нет еще, ничего не появилось. О, бляха-муха. Да твою мать. Что такое? Кто-то выйдет сейчас отсюда, что ли? Ёб твою мать, иди. Охренеть твою. Стой, стой, что-то надо сделать. Вот, смотрите. Я говорю, что-то с этим связано. Что-то с этим связано. Так, спокуха. Ай-яй-яй-яй-яй. Что это такое делать, я понять не могу. А, он подзаряжается. Стоп, стоп, надо, значит, уничтожить эту хуйню. Блядский рот. Так, стоять. Короче. Это то ли мы выключаем. Ему похеру, блядь, вообще-то. Так, стоять. Ой-ой-ой. Стоп, 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 стоп. Давай мы сейчас восстановимся маленько. Что за хуйня? Ой-ой-ой. Я не понимаю, как его пиздить на самом деле. Но он что-то неуязвимый какой-то, блин. А вот эту штуку можно убить-то, нет? Или надо, когда он подходит к этой херне, что-то делать, что-то выключать? Сейчас, подождите. Сейчас поймем. Что я не могу использовать-то? А, кончился, что ли? Ящик кончился, типа того. Угу. Так, стоять. Ну-ка. Да, слушай, мы его пиздошим. Таким образом, хорошо. Угу, я понял. Все, 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 все. Сейчас захерачим. Куда он пошел? Надо нам ящик. Нам надо ящик с патронами. Есть.
Так, он идет заряжаться. Получает пиздов. Блин, и я получаю пиздов. Хорошо. Ой, какой-то луч, блядь, ничего себе. Так, граната пошла, ёбаный. Ой, сука! Не надо меня лучом пиздячить. Луч опасная штука. Давай, давай, чуть-чуть осталось. Куда, куда ты пошел? Ага, вижу. Ебалось, пиздануло. Все, сейчас сдохнешь ты, скотина. Блять, только не лучно. Ну? Добить надо. Прикончить. Пробел, пробел, быстро жать. Отлично. Так. Выполняйте трюки фирмы Сильвер Эго. Погодите, давайте-ка мы возьмем пулик. Пульки нам пригодятся, это точно. Говорит, командир, что-то там. Президент. Что-то про зону 51 базарит. And he's not the head of anything anymore. Proton? How the hell? Well, that explains a lot. But we've got bigger problems. The aliens have regrouped and secured the teleportation facility on the other side of Area 51. They've been coming in from the moon. How EDF intelligence missed it, I don't know. But if we don't get there fast, we're done for. See if you can find a hover lift to get you to the surface. I'll meet you there. Поторопись, Дюк. Единственное, что я расслышу. Поторопись, Дюк. А куда торопиться-то? Все открыто у нас тут. Так, негр тут что-то пиздит. Здесь что, тоже оружие? У нас уж есть. А куда нам надо отправляться-то? Или это лифт? Погоди, не вижу ни хера. А, все, типа... Полет на волшебном ковре. Я так понял, то ли на Луну, то ли чего ли, бляха-муха, мы сейчас отправимся. Что-то там было сказано про Луну. Сохранение в контрольной точке. Так, это пульт управления, да? Ну давайте мы, куда бы мы ни полетели, мы полетим уже в следующей серии. С вами был Малдер, всем спасибо за просмотр. До новых встреч и всем пока.